Всем добрый день! Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. У нас такая холодина, просто ужас. Буквально накануне было плюс 30. Я гуляла в одной футболочке, и вдруг ночью плюс 4. Резкое падение. Голова болит от таких перепадов, конечно. Ну и холодно. Я переживала, думаю, заносить растения или не заносить. Но решила все-таки не заносить. Лоджию закрыла. Просто все створки. Ну, вроде бы нормально, они все стоят. И было холодно. Я решила немножко их приподнять, кустики. Как-то мне не понравилось, что нижние листья стали желтеть, темно. Было дождливо на улице, очень пасмурно. Я такси немножечко приподняла. Ну, там банки просто такие внизу подставила. И поставила повыше. Так, это я показывала грани бартер. Такая вот она воздушная, ажурная. Ну, старый сортик, ну, симпатичный. Это Каролин Дин, вот сколько тут всего. Зацветает. Денис красавец просто. Ей холод на пользу. Такие крупные розы. Ну, тут они уже и вянут, конечно, частично. Но те, которые цветут, очень крупные, красивые. Не знаю, мне кажется, на видео не передается их красота. Но там вот у меня новых соцветий много она набирает. Вот. Ну, в общем, красивый сорт. Еще подцветет. Причем я говорю, что вот именно этот куст я его так вот и не обрезала. И вот он у меня цветет. Начиная вот с весны, все лето. Вот так же этот вот один и тот же куст. Еще бутоны я просто показываю. А эти отцветают. И этот вот вся осыпалась по квиву Маделина. Сыпучка все-таки она красивая. Очень обильно и часто цветет, но сыпется. Вина тоже отцветает. Очень мат перлвайт. Ну, тоже тут остатки. Пока держится мисс Роза. И, ну, достаточно неплохо. И тут вот еще набирает бутончики. Это пока не распустилось. Розовый спорт Маделины. Ну, потому что, наверное, холодно пока держится. Эту сакуру все обрезала. Все, она осыпалась, отцвела. Ну, вот. Ветвица тут вот на макушке как-то две точки роста. И вот еще тут сбоку. Ну, будем посмотреть. Надеюсь, закуститься, заветвиться. Тут тоже только остатки. Фолей. Фолей очень красивый. Такой вот. Крупненький. Я извиняюсь, у соседей ремонт, и это еще более менее звук. Обычно они там стучат и сверлят. И вообще звуки ужасные уже несколько дней. Ну, это еще вот более менее звук, что они там, не знаю, штробят. Это минусы проживания в многоквартирном доме, от которых... Ну, никуда не деться, я с этим ничего поделать не могу. Как бы так уже выбрала более-менее время, пока вот не стучат, не сверлят. Так, это Вива Маделина. Тут вот у нее еще бутончики. Посад. Такие волнистые лепестки у нее. Цветочки не крупные, но обычно их вот очень много в соцветии. И получается такая симпатичная, аккуратная шапочка, плотненькая обычно такая. В
они такие прям волнистые лепесточки. Обычно покрупнее шапочка, это вот после летней жары, так вот она прямо совсем очень скромная. И цветет у меня все еще глоксиния, которая цветет букетами, вот так она этими букетами и цветет. Немножко вот этот ароматный сорт там вот с этой стороны. Еще цветочек есть. К сожалению, глоксиния у меня в этом году очень как-то плохо. И вот зацветает новый сортик. Покупала я, может быть, даже в этом году. Ну, ни разу она у меня еще не цвела. Новый у меня сортик называется «Лесная нимфа». Вот такой вот симпатичный, с белыми краешками. Махровый цветочек. Вот первый раз зацвел. Как-то очень плохо в это лето глоксиньи себя чувствовали. Они набрали бутоны как раз в эту адскую жару, и, естественно, они не процвели, все эти бутоны. Ну, как... Они набирают, а потом как будто они сохнут, эти бутоны, не развиваются. То есть не стали цвести, так просидели кустами, не пойми чего. Только вот эта самая простая, не махровая. Ей легче всего, конечно, было. Вот она цветет без передыху. Но остальные у меня, по-моему, все, по-моему, махровые сорта. И, конечно же, махровым цветам сложнее и дольше формировать цветок. Больше усилий и времени на это для растений нужно. И вот махровые, они... все не осилили. Плоховато. Ну, а так новостей больше нет. Солнышко вроде светит. На солнышке лучше, конечно, нагреется сейчас. То прям аж выходить было страшно. Очень холодно. Ну, то есть около 10 градусов.